занимаюсь кикбоксингом достаточно недолгое время, уже 5-й год. На данный момент являюсь кандидатом мастера спорта, занимаюсь в клубе «Энергия». Но в этот спорт я пришла уже в более взрослом возрасте, потому что в детстве, когда я хотела заниматься, родители были против. Поэтому уже когда стала более взрослой, решила сама попробовать и прийти в зал тренироваться. Но главная задача на этом турнире – это получить опыт, так как соперница моя достаточно опытная, вот, и мне будет интересно с ней попробовать, постоять, побоксировать, а также принять от нее что-то новое. И девушки бывают разные, кому-то нравится там танцевать, кому-то петь, кому-то готовить, а кому-то выступать и драться. Вот я из той категории. Приглашаю всех 25 марта в City Home Система в городе Липецк. Будем рады видеть всех.